Бетти, рад тебя видеть. Взаимно. Даже не верится. Наконец-то новоселье. Это я называю «жизнь удалась». Да. Не думала, что вы такой специалист. О, да, как архитектор я профи. А что за девица была с Мартой? О, не знаю. Какая разница? Привет. Помните меня? Конечно. Ну да, привет. Что вас привело? Знаете, люблю выезжать из города на выходные. Значит, ваша жена на работе? Я следила за тобой от офиса и видела тебя с этой шлюхой. Вот именно! Вали к ней! Убирайся! Я хочу с тобой развестись, Клара. Это тебя осчастливит. Велика ли разница желать кому-то смерти или же что-то делать для этого? Да целая пропасть. Я слушаю. Это мистер Стэкхаус? Да. Ваша жена. Мои соболезнования. У вас есть причины думать, что она совершила самоубийство? Клара! Она уже пыталась, к сожалению. После работы вы отправились домой? Да. Мистер Деврис говорит, что видел вас в тот вечер. Да, это он. У меня память на лица. Я последовал за автобусом. Сам не знаю для чего. Уолтер, ты меня пугаешь. Я не делал этого. Посмотри на меня и поклянись мне, что ты ничего не делал. Это были лишь мысли, но... Может, тебе стоит пока взять отпуск? О чем ты? Я подбираюсь все ближе. Я не виноват. Вам нечего мне предъявить. У меня из головы не идут твои слова. Я мечтаю, чтобы ее больше не было. Я Клару не тронул даже пальцем! Удача сейчас не на вашей стороне, не так ли?